подарок, дорожный подарок от компании 3 Dimension, вы любезно получите себе в подарок. Да, хорошо? Вы можете оставить свой номер телефона, записаться. Нет, ну и показать, что сейчас могу выполнять. Еще один момент, волосы естественно растут по-разному, разные волосы, скоса, каждый цвет волос. Иногда считают, что на блондинах, на светлых волосах земля окрашена. Это безопасность лица. Безопасно, да? Не очень хорошо. Почему? Я потом обрежу. Ну давай, что хочешь мне сказать? Не знаю, что это редкий случай, когда мы... Ну давай. Нет. Белорус, покажи. У нас есть лошадки. Ну давай. Ну не стесняйся. Не стесняюсь. Может, мы больше не увидимся никогда. Никогда? Ну, я просто говорю, может там... Да, может быть, мы никогда больше не увидимся. Повторяй за мной. Все, у тебя... Блин, ты вообще фото хотела сделать, но фото не надо разговаривать. Ты видео хотел. Я? Блин, ну передай в Беларуси там привет, не знаю. А я передаю в Беларуси привет. Из Питера. Парня из Анапы, родившегося в Уфе. Да. Все? Все. Ну пока. Скажи пока. Какие они настойчивые. О, я еще не перестал снимать. Сейчас какой-то ливень, так думаю, я мне придется выпить. Дэйк за зонтом. И то
сейчас минут 30, правильно все? Да, минут 30, это очень маленький период времени, мужчины не успели отдохнуть. Мы, можно выделить всего полсет для того, чтобы дальше двинуться или поработать там, или еще кого-либо. Полсет, это не такой большой период времени. Ну, естественно, то, что получится, может каждый посмотреть, увидеть, что получается в данной ситуации. Ну и смотрим, что же у нас. Итак, начинается мое утро. У меня голос никакой, потому что приболела. Вся фигня. Надо собираться. Это наша ванна. Душ. Все как положено, даже фен есть. Вот, сейчас жду визажиста Веру, девушку, в которой я живу. Ну и вот, сейчас пойдем творить, не знаю, мне сегодня номинация, если мы показываю стиль, вот. Ну, короче, погнали. Тут срач, можете не смотреть. Сумка с косметикой, вся фигня. Сейчас покажу вид из окна. Моя еда, какой у нас вид. Утренняя пицца. Вот. Давайте себя скрыть немножко. Вот, в общем, такие сборы. Сейчас где-то около 12 часов. Да, вчера мы гуляли по Невскому и походили по магазинам. Мэнчин Дэм зашла. Купила себе блеск, бантик. Все-таки поменялась. Еще купила, кстати, черную помаду. Супер! Вот завтра, думаю, замуж, фотосессию сделала, какую-нибудь строю. Вчера еще гуляла с Эваном. Клёвый такой пацан. Вот, познакомились в интернете, и вчера встретились. Очень рада нашей встрече. Пошли в Пятерочку, купили поесть, попить. Как-то так, погуляли, думаю, еще встретимся. Я надеюсь. Вот, сейчас... Ну, сейчас буду собираться, буду делать макияж на мне. Вот. И прямо-прямо пойдем на этот фестиваль Невские берега. Вот. И моя номинация будет часов 5 будет стиль. Так что все. Чики-пуки. Отель Россия 3 звезды. Если неплохо покормили, шведскую спалбу. Вот. Все стерилизовано, все как надо. Так что вот. Мой голос, как будто я не знаю, что я делала и где я была эту всю ночь. Но нет, была я тут в номере. Окей, все. Ну вот, слушаем музычку. Сейчас будем потихоньку собираться. Потом, не знаю, может, еще буду гулять. Что все окей. Так вот. Наш хавчик. То, что, кстати, клевая вода, очень актив. Сам вообще шкар, мне нравится. Москвы, Петрозаводск, Ростов, и Сургута.
среди профессиональных государственных образовательных учреждений. Everything's the model. Let's be. There's no such thing as shallow. It's deep. Take everything's the model. Let's be real. I take everything I deserve. I deserve everything in this world. You deserve nothing. There's no such thing as shallow. It's deep.